Привет, это Тип-Топ ТВ, я Марина, вы снова со мной, я с вами. И мы с вами опять Фикс Прайс, который находится в городе Москве. Это улица Челябинская, точный адрес под видео. Тут, как всегда, жара от крыши, накалился тут воздух, атмосфера, как на юге. Гель для стирки, смотрите, как в какой упаковке, как жидкость для мытья посуды. Цветущий лен, 55 рублей за 650 граммов. И персил. Попробую гель. Так, а это как отстирать любое пятно? 199. Ароматерапия здесь 1500 граммов. Натуральная матча типа 55. Бережно очищает кожу, обеспечивает мягкий пилинг и обильное пенообразование. И это в составе лен. Такое тут вытворяет полипропилен и поролон внутри. Проложен, сделано в России. Вот удобные мешки для стирки белья, например, нижнее белье очень удобно стирать, или какие-то футболки тонкие, маечки, чтобы никакие лямки не оторвались во время стирки в машинке. Шторы для ванны все еще есть тканевые, 199 стоят. Ну, такие мрачные, фиолетовые, серые, темно-синие, 180 на 180, кольца в комплекте. Такие аппетитные тематические салфетки, например, киви, глянем, что это, 40 сантиметров в диаметре, салфетка на стол, полипропилен. И салфетки тут по 77, 50, 27, не поймешь, не разберешь, называется, какая из них, сколько стоит, а вот клеточка. Салфетка кухонная, 45 на 30, она плетеная, если вдруг что-то разольется у вас, то все протечет. В этом плане неудобно. Потом неудобно вытирать. С одной стороны вытерли, там на другой стороне уже все грязное. Придется их мыть, стирать, как бы получается. Ну, в общем, только от царапин спасают. Завезли текстиль, пододеяльники с цветами. 215 на 143, полуторка. Изготовитель эталон, город Иваново. И 100% полиэстер. Но мы даже не рассматриваем. Смотрите, как дорого стоит, 300 рублей. Простыня полутораспальная, тоже 100% полиэстер. То есть это полисатин, еще можно так назвать, синтетика. Ванные полотенчики. Называется вафельная пляж, 95 на 150. Вот это уже 100% хлопок. Да, дизайн разный очень простынок, но это все синтетика, поэтому мы с вами не будем даже смотреть в их сторону. Посудный отдел. Поищем, что новенького. Кроме алюминиевых кастрюль с крышкой 2,5 литра 249. Это Демидовский завод. Воронки. Кстати, очень удобно. Если вам не нужна такая узенькая, вот с узким горлышком, возьмите просто-напросто, да, отрежьте вот там, где вам нужно. И будет широкая воронка, например, для того, чтобы консервацию переливать в банку широким горлом, вот, чтобы все овощи кусочками прошли туда. Это хороший способ, я уже так сделала с предыдущими версиями такой воронки. И у меня теперь широкая воронка. И вот этот набор контейнеров для варки яиц, полнейшая ерундистика, 77 рублей, которая стоит. Подставки опять для губки на кран, 55 рублей. Но я считаю, что это разводить только плесень черную вокруг раковины. Какие-то клеточки пластиковые. Но вот здесь слабое место, здесь пластик. Уроните, может отломиться, расколоться. Дуршлаки вот эти гармошкой. Так все здесь и лежат. Мне не нравится, что здесь пластик. Я люблю пользоваться больше металлическими дуршлаками из нержавейки. Они более экологичные. Полипропилен, термопластичная резина, 20 сантиметров. Это Китай. Так, и стоит 77 рублей. Формы так и лежат. И силиконовую я уже тестировала, видео на канале. Удобно сложили гармошкой и убрали. Плоская форма получается, экономит место в шкафу. Весы такие я наконец прикупила. Раньше они стоили 199, теперь 249. Работают хорошо. Плюс-минус, возможно, 10 граммов могут фальшивить. Но кто-то пишет: Марина, не выдумайте, все работают исправно. Ну, у кого как, может
Будем тестировать с вами еще на пачке соли. Возьмем килограммовую и посмотрим, что они покажут. Пластика, тут стройные ряды. Прибавляется, прибавляется пластик. Но уже, мне кажется, мы насытились. Дуршлаги трехразмерные никому не нужны. 17 сантиметров, 20 и 23,5. Разные цвета, но никому они не прельщают. 199 рублей набор. А теперь еще и цветок, контейнер-менажница. 5 контейнеров внутри одного цветка. 249 рублей. Ого, цены, да, за пластик. Есть значок для пищевых продуктов. В треугольнике цифра 5. Глубокие секции идеально подойдут для подачи закусок, салатов, ягод и конфет. Идеальное дополнение к пикнику на природе. Сочные пастельные цвета добавят красок любой кухне. Да, для природы прекрасно. И крышка полупрозрачная на замочках. Тоже удобно, красиво, эстетично. Да, на природу выезжать. Салатики сюда, какие-то овощи, соленья. И будет красивый стол. Потом раз, собрали все, закрыли и убрали. И по весу не тяжело. Это тоже очень важно. Здесь что-то такое интересное, как будто бы снежок. Это пиала, 500 мл, 77 рублей стоит. Вот, цветет здесь сакура. Сакура — это, оказывается, цветущая слива. Не яблони, не вишня, а именно слива. Деревья слива. Так, 99 и бульонница 99. Минажница с ручкой. Никому, видите, уже ничего не нужно. Все, объелись. Даже сушилка для посуды 37 на 31, тоже с гармошкой. Она вот тут поднимается. Тоже не нужна, сколько бы она ни стоила. И держатели для кухонных принадлежностей, и раздвижные корзинки для раковины 199 рублей. Форма для выпечки с крышками 6 штук. Красивые, летние. Они одноразовые. И у них крышечки прозрачные. Спекли и поехали в гости или на пикник. Есть такие же, но пошире. 800 мл объем. Вот для запеканок, для чего угодно. 5 штук в комплекте. 99 рублей. И у них есть крышки. Тоже удобно. Здесь прозрачные крышки, а здесь картонные с фольгой. Набор для специй на подставке. 249 рублей. 4 штучки, 90 мл. Смотрите, есть еще из этой серии цветы сакуры, 55 рублей, блюдца чайные, наверное, есть и чашки, голубенькие красивые блюдечки, а может быть для пиалы идеально подойдет, нет, не идеально, видите, донышко не совпадает, а так был бы наборчик для бульона, для летнего супчика, но не прошло. Посмотрим на баночки для специй, здесь несколько положений, закрытое, потом мелкое сито и крупное сито. Нержавейка, в принципе, все неплохо сделано. И подставка вот такая блестящая. Хорошие баночки, но цена не очень. 249. Как уже в обычных магазинах. А нам-то фикс прайс чем ценен? Что здесь что-то можно такое найти? Необычное по низкой цене. А вот он и широкий теперь лоток. Помните, были прямоугольные? А теперь вот какие здоровенные, удобные. Подставка-сушилка для посуды. Вот это класс. 35 на 35, прорезиненная поверхность. Думаю, теперь нужен мне такой или нет. А если нужен, то какой? Серый или салатовый? И я решила так, если у меня какие-то сомнения, то вообще не брать. Лайфхак вам в магазине. Если у вас сомнения, просто не берите. Дойдите до дома, подумайте. А завтра или послезавтра, а может быть через неделю, тем более сейчас никакой спешки нет, ничего не раскупается. Вот вам, пожалуйста, тематическая кружка. Между прочим, неподъемная. Она такая тяжелая. Футбольная тема. Пол-литра, 149 рублей. Гоу. Стаканчики нежные для напитков 55 рублей, 285 миллилитров, одуванчики. Магниты опять появились, но они в инструментальном отделе, вот для инструментов. Но не забывайте, что для ножей отлично их использовать. Вот так прикрепляете, и все ножи у вас на виду, сохнут и не тупятся. Позволяют держать инструменты легко доступными. Освобождает место на рабочем столе, мощный магнит и два шурупа в комплекте. Но здесь
не очень эстетичный этот магнит, и шурупы будут, вот видите, снаружи. Я такой брала в Икее, там все завуалировано, просто такая металлическая планочка получается, и все. Ни крепежа, ни магнитов не видать. Появилась пленка, она называется пищевая, биоразлагаемая, 77 рублей для упаковки и хранения заботы об окружающей среде, 100 метров на 29 сантиметров. Для упаковки не пропускает воздух, сохраняет свежесть и аромат, растягивается до нужного размера. Вот пленочку, кому надо запаковывать, сколько на 77 возьму. У меня как раз дома рулон закончился. Скоро уже урожай, а кто-то уже собирает первый урожай огурцов и томатов. Вот вам и корзиночки, глубокие какие в этом году. Корзинка с ручками 25 на 17 и 17 сантиметров в высоту. Серенькие есть, нейтральные, нежненькие. И какой-то пластик в фикс-прайсе хорошего качества. Это, конечно же, все Китай. Вот этот хорошего качества. И, возможно, даже для пищевых продуктов. Здесь есть ручки. И удобно то, что корзинки квадратные. И из-за ненадобности их можно вот так же точно штабилировать. Складывать одна в другую. Размеры 225 на 224 и 129 в высоту. Есть значок прямо на пластике для пищевых продуктов. И сделано это в Москве. Изготовитель Полимербыт, 4 литра объем. Я бы вот такие лучше взяла вместо этих, потому что здесь пластик под вопросом, он может от солнца потом ломаться, трескаться, разлагаться. Вот эти хорошие, Полимербыт и нежно-розовый, для огурцов и помидоров. А это малышки стильные, ну, тоже пластик какой-то. Такой жесткий чувствуется на ощупь. 24 на 17, 11 сантиметров в высоту. Полипропилен. Не для пищевых продуктов. Корзина. Сделана в Китае. В общем, на кухню уже такой не поставишь. Хотя под крупы, если что-то в баночках, в пакетах, как на полке. Чтобы стильно смотрелось. Но мне кажется, здесь пластик недолговечный. А ящики на колесах. Вот они, колесики, уже 299 рублей стоят. Колесики можно поменять, у них направление или вперед-назад ящик двигателя, вправо-влево. И плюс еще крышку надо к ним подкупить, к этим ящикам. Крышка отдельно. Есть и маленькие, и один со створками. Так, а здесь что у нас в разделе тряпочек? Да, кто-то меня спрашивал по поводу корзины плетеной с ручками. Вот она, удобно белье выносить в такой. Ну, кто-то и на пляж берет. В общем, для любых целей годится. Ручки, сама она объемная. Ну-ка, давайте достанем. О, так это еще увеличенного объема, она огромная. Вот она какая красивая, сиреневая. Донышко у нее не в дырочках. Ну-ка, вот это качество мне нравится. Сумка, корзинка кружевная. Magic Home, сделана в России, но вот... Могут же, полипропилен. В треугольнике ничего не указано почему-то. Ну, в общем, вот такая корзина. Красота. А от мистера Вика джем теперь еще десертный. Появился клубника-вишня. Лимонный я брала уже, по-моему, апельсиновый. Очень вкусный. И клубника-вишня. А, был просто клубничный. Я думаю, какой-то же я красный тоже покупала. А теперь он и с вишней. Кисло-сладенький, значит, возьму. 55 рублей. Мне нравится, что, во-первых, удобный дозатор. Здесь открыл, закрыл. И самое главное, что там кусочки фруктов. Очень вкусно. На первом месте сахар, затем вишня, клубника, желирующий агент пектин, регуляторы кислотности, лимонная кислота, цитрат натрия, вода, ароматизатор клубника, ароматизатор вишня. 300 граммов. А для барбекю теперь черные пакеты. Возьми с собой, готов на костре. Шпажки внутри, подтверждаю, очень вкусные штуки получаются. Они там большого размера, диаметр 200 граммов за 99 рублей. Для детей развлечений и для взрослых. Углядела тут какие-то белоснежные, вот какие. Чайная чашка, 220 миллилитров, какая-то такая прям вся утонченная, фарфоровая. Так и написано, фарфор, сделано в Китае. Смотрите, какая ручка у нее. А посмотрим, есть ли для нее блюдечко. Всегда интересно. А блюдец-то и нет, скорее всего. Почему-то
в разброс. Блюдце отдельно. А, вот. А блюдце 50. И чашка, наверное. Ну, чашка 50 маленькая. Вот, видите, белоснежная, но это стекло. А это уже, как я вам прочитала, фарфор. Так, один момент. Да, она цвета слоновой кости, это видно. И вот какая получается пара. Лаконичная, аккуратная, необычная. Блюдечко такое, как подсолнух. И заглянем сюда, где маски. Всегда заглядываю, потому что каждый раз что-нибудь да новенькое. Вот, например, пилинг. Даже ангелы делают педикюр. 149 рублей. Это педикюр. Устраняет натоптыши, мозоли, омолаживает, удаляет ороговевшую кожу. Так, тканевые с алоэ вера 55. Тканевая сплэш-маска брокколи, ягоды годжи 55. Вот что-то новенькое. Лимонад. Криотерапия, разглаживающая, разглаживание рельефа и сужение пор. Это голубая или такая зеленоватая. Клубника и базилик, сокращение морщин, свежий цвет лица. Тоже криотерапия. Так, лотос. Коллагеновые, гидрогелевые патчи. Два вида коллагена. А, вот эту прозрачную упаковку, все видно. Их там много, что ли? 10 штук. Но ценника нет. И гиалуроновые есть. Увлажняющие. Два вида. Криотерапия. Тоже матовый финиш. Жемчужное сияние. И пептидный лифтинг. Мятное омолаживание. Ножнички маникюрные. Какие интересные. С чехольчиком. А есть еще вот детокс. Патчи для ног. С женьшенем. Криоэффект. Подушечки для задников обуви, вот у кого туфли натирают, одна пара, но нет ценников. И есть для ступней, предотвращает скольжение. И вот еще подушечки для чувствительных участков, по бокам можно прикрепить, комфорт и легкость. Да, кто-то искал такие именно, силиконовые, вот они здесь есть. Релакс-эффект, а это криоэффект. Жидкость для лака, новинка, сверхмягкая, 150 миллилитров. Вот такая эта черно-белая упаковка, а розовая, укрепляющая, содержит масло макадамии, экстракт витамина Е, 150 миллилитров, с помпой. Вот удобное нанесение, но ценников нет, потому что это все новинки, карты, всякие игры. А мне нравится вот этот вот. Вот такая упаковка, потому что действительно быстрый эффект с экстрактами алоэ и эвкалипта, но это все ерунда. 11 рублей стоит. Самое главное, что быстро снимает и ногти не портит. И сегодня вот что попало в мою корзину, в мою ловушку. А это пленка пищевая. Мне она нужна, потому что закончилась 100 метров. Затем мне нужен был какой-то гель для стирки, для цветных вещей, для светлых. Я выбрала Бимакс, ароматерапия. 4 упаковки влажных салфеток. Мне здесь они больше всего нравятся по качеству, по размеру, по влажности. И 60 штук в упаковке. Стоит около 50 рублей. Камей тоже мне нужно мыло. И Рика, мистер Рика, джем десертный. В творожок, потом куда еще, в кашку. Ну и с чаем в прикуску на ложечку. Ну вот и все новинки в московском фикс-прайсе. Я надеюсь, что мы с вами попадем в Киржачский фикс-прайс. Сделаем сравнительный анализ. Очень даже интересно, что там из новинок уже привезено. Ну а если это видео было вам полезно, ставьте лайк. С вами была Марина, канал Тип Топ ТВ.